Здравствуйте. В мире все постоянно развивается, и точно так же меняется то, как мы работаем. Удаленная работа становится все больше популярной, поэтому сегодня мы пригласили в нашу студию директора ресторана «Мантелья Корстен» Роберта Пыльт. Роберт, расскажи, заметил ли ты, часто ли к вам приходят люди в ресторан поработать или все-таки больше покушать? Естественно, в обеденное время видим больше и больше людей, которые приходят поработать, но в то же время можно и закусить. То есть, скорее всего, это и причина, почему люди работают больше и больше, и это сейчас, так сказать, более популярный метод работы это ресторанов в кафе. Да, видим больше людей. Проводят несколько часов, некоторые люди сидят с 12 до 5, то есть, в принципе, почти все их рабочее время. До конца рабочего дня. До конца рабочего дня, то есть это удобно, и, скорее всего, людям это тоже, так сказать, подходит. Это особенно удобно, когда есть все средства для работы, то есть и компьютер, и интернет. Расскажи, почему вы выбрали именно решение Wi-Fi от Telia? Во-первых, это удобно. Две сети у нас, сеть для клиентов, сеть для нас, оба они защищены паролем, то есть все данные наши и рабочие, и также данные клиентов, когда они работают в ресторане, в нашей сети, все данные защищены. Что особенно важно, да? Да. Скажи, а правильно тогда я понимаю, что если придет много клиентов одновременно, и все они начнут скачивать какие-то большие файлы, то это не повлияет на работу вашей рабочей сети, на кассы, на ваши терминалы? Да, это опять же, важная часть этого, так сказать, разделения сетей, что когда люди работают или много людей используют Wi-Fi, то есть ресторанов клиентов, то все наши кассы, системы и терминалы, которые подключены к нашей рабочей сети, они работают на той же мощности, можно сказать, как и до этого, то есть ничего не меняя. Ясно. Скажи, а удобно ли то, что в предложение Wi-Fi от Telia входят также и девайсы, и постоянная ИТ-поддержка? Да, обязательно. То есть ресторанная сфера очень, так сказать, активна и постоянно в движении. То есть, и, во-первых, когда мы ресторан открывали, то было очень важно, чтобы у нас заняло, чтобы подключение к сети было как можно, так сказать, удобней и все это быстрее было, потому что еще много вещей надо было в это же короткое время сделать и решить. Поэтому это было, естественно, очень удобный вариант для нас. Все для нас и за нас сделали, и в то же время у меня есть всегда поддержка интернет, ИТ-поддержка, что если у меня какие-то вопросы, проблемы, то быстро обычно их то есть решают. Ну, естественно, я понимаю, что в твоем бизнесе тебе просто нет времени заниматься этими каждодневными проблемами, если вдруг где-то что-то зависло, Wi-Fi не работает и так далее, особенно в такое активное время, как сейчас, летом. Я слышала, вы открыли террасу недавно. Да, и это тоже удобно, что Wi-Fi можно пользоваться и на террасе, то есть люди могут и хорошей погодой насладиться, когда она у нас есть. То есть не обязательно сидеть в офисе, когда на улице светит солнце, можно прийти в ресторан и на террасе приятно поработать. Спасибо большое, Роберт, что к нам сегодня пришел. Спасибо. И спасибо за внимание. До встречи в следующей передаче «Дигитарк».